Тем временем в окружном правительстве утвердили соглашение с Федеральной службой по труду и занятости. Согласно документу, из государственного бюджета Югра получит больше 8 миллионов рублей. Эти деньги региональные работодатели потратят на создание комфортных условий труда для людей с ограниченными возможностями здоровья. К примеру, оснастят рабочие места специальными креслами и дополнительным освещением, а также построят пандусы для инвалидов-колясочников. Планируется, что средств хватит для создания примерно 100 новых рабочих мест для инвалидов. Добавлю, что сейчас на учете в окружном центре занятости стоит около 400 югорчан с ограниченными возможностями здоровья. Любой работодатель вправе к нам обратиться и сказать, что я готов создать рабочее место, значит, и участвовать дополнительно в нашей государственной программе. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия.